slice it, won't make it. Ну что, друзья, всем привет! Сегодня 20 августа, мы находимся в Питере. Прекрасной локации, на не менее прекрасном мероприятии. Summer Day, светит солнце, видно, как я щурюсь. Очень много классных, крутых людей, локаций, поэтому мы сейчас посмотрим, как там. Сделаем небольшой обзор, поболтаем с нашими спикерами, гостями. Я, естественно, опять подготовила интересные вопросы. А какие у них? Увидите, когда смотрите это видео. И на входе нас встречает, конечно же, ресепшн с прекрасной на любовью. Можно мне, пожалуйста, браслет? Ничего, что за браслет? Ну, это была такая фишка, спасибо. Ну что, давайте рассказывайте. Устала тут уже стоять? Это любовь. Она, между прочим, встречает гостей, дает, обраслечивает. Есть такой глагол? Я считаю, что да. Есть такой глагол, обраслечивает всех и встречается красивой улыбкой. Ну что, устала уже? Да нет, что вы. Я люблю свою работу. Тебя доставили, ты сказать? Нет. Летит время быстро, потому что все приходят, все такие счастливые. Ты пьешь? Вайбе. Да не, я пью воду. Вот у меня стоит маленькая бутылочка. Хотите, покажу? Странно тогда, что ли, что у тебя время летит очень-очень быстро, что не пьешь. Много людей, все такие открытые, на вайбе, хорошие, с хорошим настроением, так приятно. Это Люба говорит. Это Люба. А я тут вижу всю базу, кстати. Но мы это не будем снимать. Никому не буду. Ну что, давай тебе дальше так же, пусть твое время быстро летит. Мы пошли дальше. Пойдем. Мы проходим внутрь нашей площадки. Сразу справа от нас проходят батлы, а батлы, естественно, по стрижкам, да, слева самое интересное, вкусное, бары, еда, кстати, очередей нету, это прекрасно, все дешево, вкусно, не менее классный фактор. А, пойдемте посмотрим, кто здесь что стрижет. Ну что, мы поцепили, выцепили буквально прям с батлов, он сейчас будет батлиться. Осман Караев, известный как главный фейдер страны Россия. Ну, спасибо, спасибо, Лиз, спасибо. Ну что, как дела? Что сегодня делаешь вообще в целом, кроме того, что участвуешь в батле? Дела хорошо. Сегодня выступаю на стенде Melon Pro. Вот, будем стричь модель. Так, очень прикольное мероприятие, летний вайб, поэтому как-то так. Ждем следующий мейнстейдж. Чтобы ты выиграл? Нет, чтобы потусоваться еще больше. Одного дня мало. Три. Конечно, это не банальное интервью, вот это вот, а нормальный вопрос. Ну, конечно, не банально. Видел меня, я не могу банальное делать. Так, нужно выбирать что-то одно. Готов? Да. Не думая. Да. Поехали. Куча денег или крутые стрижки? Куча денег. Новые инструменты или секс каждый день? Какой новый инструмент? Обеспеченный клиент или любовь на всю жизнь? Обеспеченный клиент. Амбассадор с брендом или постоянная полная запись на потоке? Полная запись, конечно. Куча новых стайлингов или одна проверенная банка? Одна проверенная банка. Салон с админом или без? С админом. Чаевые деньгами или подарками? Деньгами. Что важнее, мнение мужчины на стрижку или женщины? Мужчины. И самый главный вопрос, готов к нему? Да. Это нам тоже вообще нужно очень сильно подумать. 1970... Все, пока. Давай запомним. 988. Владимир, красное солнышко. 988. Давай заново переспросим. Я, чтобы не показался чуркой. В каком году крестили Русь? Ну, 988, конечно. Ты молодец, ты все знаешь. Давай пожму тебе руку. Другой рукой. Спасибо, брат. О, кольцо, смотрите, он женился. Женился, моя. Ура! Вон там, где. А выбрал, бля, деньги, а не любовь на всю жизнь, между прочим. Я все так же продолжаю щуриться от солнца, потому что забыла очки. Пойдемте покажу, что еще здесь сегодня, какие локации вообще присутствуют. Здесь у нас открытый микрофон, смотрите, да? Люди задают всякие вопросы. Люди компетентные отвечают на их вопросы, да? Как ни странно. Далее, здесь у нас зона батлов. Сейчас готовится какой-то батл, который я, конечно же, не знаю. Справа от нас наш партнер Melon. Это классные ножницы, фены. Потом пойдем посмотрим, да, что, может быть, мне дадут в подарок, я надеюсь. Так, ну, на такой интерактивной локации Константа Лайт можно проверить свою меткость и получить какие-то призы. Насколько я меткая, мы сейчас узнаем. Я, конечно, ну, не ручаюсь. Попробую хотя бы куда-нибудь попасть. Здравствуйте! Мы бы хотели поучаствовать в вашей лотерее. Что нужно делать? Нужно попасть в любой из вот этих баночек, я помогу вам. То есть попасть в банку и забрать ее? Да. Отлично. Нам это... Попытки, один приз. Три попытки, один приз, да? Три попытки. Ладно, окей. А может быть вот так вот, но нет? Так неинтересно. Так, надо ладно. Затвор дернуть. Сейчас мы передернем пистолеты. Дальше. Попытка номер два. Он такой игрушечный, да? Мальчик, ты лучше убегай. Я боюсь попасть. А у меня еще одна попытка есть? Да. Или я могу еще, то есть попаду, еще выиграю?
Спасибо, дорогой. Спасибо, зайчик. А ты здесь подрабатываешь? Это чей-то ребенок? Надеюсь, да. Мы не передернули. Куда что-то делать мужчине? Так. И какой-то плохо передернули. Вялый выстрел. Так, ну что, мы выиграли с вами Skin and Hair Shooting Effect. А это что такое? А, кремовый... Сзади на русском. Кремовый бальзам для ухода за бородой. Тебе надо? А, у тебя нет бороды. Как дела? Как дела? Оля Лукина. Продолжи песню. Как дела? Оля Лукина. Как дела? Как дела? Так давно не виделись. Нет, не так было. Неважно. В общем, это у нас Николай Межа. Думаю, все вы его знали. Человек из, стильный человек из Беларуси. Расскажи, в чем ты сегодня одет? В рубашке, майке, ремне и брюках. О, очень очевидно. Очки забыл. А трусы, очки. Очки, трусы. И ты без трусов? Не знаю. Это мы знаем на автопате? Нет. Расскажи мне, ты сегодня открывал мероприятие. Было ли как-то вот нервно тебе, боязно быть первым сегодня? Ну, вообще, да, каждый раз волнуюсь, угу. На самом деле. Как тебе в целом аудитория? Ну, пока все такие, пока раскачались туда-сюда, но вообще хорошо, много пришло людей и классно провели время, особенно познавательно, Лиза. А ты что-то познавательное говорил? Ну, там чуть-чуть. Я на самом деле опоздала, но я шла на твой голос и слышала тебя, и думаю, точно нам сюда нужно идти. И когда я пришла, а было больше всех людей, пока что у него, кстати. Я не вру, потому что, да, я его там, типа, как бы с ним общаюсь. Они просто хотели узнать, откуда у меня штаны такие. Ну. Это штаны из? Бершки. Бершки. Вот. Короче, смотри, у нас, у меня есть вопросы. Ты должен их быстренько отвечать. Нужно говорить, да, либо нет, очень быстро. И потом в конце будет кавер на один вопрос, его нужно тоже будет ответить. Хорошо. Договорились? Да. Так, не смотри. Не смотри. Так, были ли мысли уйти из индустрии? Да. Заводил отношения на работе? Да. А получал ли негативные отзывы от клиентов? Нет. Получал ли чаевые больше 20к? Да. Стриг ли сам себя? Или нет? Не помню про чаевые. Сам себя стриг, да. А просили ли тебя сделать интимную стрижку? В шутку. Сделал? Нет. Брил ли необработанными инструментами? Нет. Все ли барберы геи? Стопудово. А ты? Нет. В каком году крестили Русь? Я откуда знаю, белорус. Ладно, в каком году распался СССР? В 91-м. Ну, откуда ты все знаешь, мой брат? Я умный. А давай еще с тобой вы, или вы. Давай. Нужно выбрать что-то одно. Или. Хорошо. Погнали. Куча денег или крутые стрижки? Куча денег. А новые инструменты или секс каждый день? Так и новый инструмент, это и есть секс каждый день. Нужно что-то одно выбирать. А, ну, секс каждый день тогда. Обеспеченный клиент или любовь на всю жизнь? Любовь на всю жизнь. Амбассадорство с брендом или постоянная полная запись на потоке? Полная запись на потоке. Куча новых стайлингов или одна проверенная банка? Одна проверенная банка. Салон с админом или без? С. Чаевые деньгами или подарками? Подарками, либо натурой? Деньгами, конечно. Натурой? Деньгами. Что важнее, мнение девушки на стрижку или мужчины? Кто клиент, того и мнение важнее. Мужчина? Да. А мое? Нет. Спасибо, пока. Сейчас мы пришли на зону батлов. Здесь проходит женский креатив. Сидят прекрасные 5-6 женщин, судит Глеб Морозов. И сейчас мы до Глеба Морозова, конечно, докопаемся, зададим мои любимые вопросы. И, возможно, подарим ему вот такой крем для бороды. Потому что борода у него отличная. Ну что, мы наконец-то пришли до Глеба Морозова. Человек-авангардист. Можно так тебе говорить? Можно. Можно. Скажи, как? Авангардист среди скупов. А Скуф Морозов, всем привет! А скажи мне, как у тебя дела, как настроение? Вообще отлично, мне очень нравится мероприятие, такое домашнее, маленькое, уютненькое, но при этом очень хорошо организованное. Это был, вообще-то, второй вопрос, но ты ответил на него сразу, опередив меня. Мне еще очень нравится, что с каждым мероприятием все больше красивых и модных людей собирается. То есть, а я модная? Да, очень. Гольф и бомба. Да снимите мой лук. Правда, я уже все в пыли. А у меня, короче, на ногах Balenciaga кроссы. А вот эти вот штаны, по-моему, из магазина DAP называется, по-моему. Раньше это да? Был... DAP. Я не знаю. Это типа то ли Бершка была раньше, то ли Pull&Bear. А, ну я поняла. Новые сокращения, да, там да, какие-то? Да. Ага.
И рубаху я заказал на Алиэкспрессе за 800 рублей. Ну хорош, а что за размер? XXL? По-моему, это 4XL или 5XL. Нормально, главное, чтобы было комфортно, да? А, еще очки у меня Jacques Mary Made, очень классный бренд. Ну ты очень сильно выглядишь, особенно твои волосы, как у Иисуса, разъеб. Спасибо. Так, смотри, у меня есть пара вопросов, а я подготовила. Нужно отвечать, что выбрать одно. То есть я буду звать или-или, ты должен быстро, что выбирать одно. Готов? Да. Да погнали. Куча денег или крутые стрижки? Куча денег. А новые инструменты или секс каждый день? Новые инструменты. Обеспеченные клиенты или любовь на всю жизнь? Любовь на всю жизнь. Амбассадорство с брендами или постоянная полная запись на потоке? Амбассадорство с брендами. Куча новых стайлингов или одна проверенная банка? Одна проверенная банка. Салон с админом или без? С админом. Чаевые деньгами или подарками? Или натурой еще? Если стрижки дорогие, то подарками. А что важнее, мнение девушки на стрижку или мужчины? Кого мы стрижем? Ну, мужчин стрижем. Если мужчину стрижем, то мнение мужчины. И в каком году крестили Русь? В 981. Почти, 988. Хотела тебе подарить вот эту банку, но не подарю тебе. Ты не ответил неправильно. Но ничего, у тебя еще впереди, выучишь историю Руси. И давай, у тебя классное настроение на встрече. Я почти угадал. Молодец, ничего. Может, еще раз переиграем? А нет, я не подкупаюсь. Начнем. Мы встретили похудевшего, обновленного. Покрутись, покажи себя, как ты классно теперь выглядишь. Конечно, и раньше хорошо выглядел, сейчас еще лучше. Илья Брянцев, преподаватель, барбер, парикмахер, там, филантроп из аптеки. Скажи мне, какой твой сегодня вообще повод сюда прилететь, кроме как посетить мероприятие? Мы будем играть диджей-сет с Глебом Морозовым, закрывать мероприятие и просто тусоваться. То есть ты такой закрывающий сегодня, да? Да. Как тебе мероприятие? Я первый раз вижу такой формат на открытом воздухе летом. Клево. С погодой повезло сегодня, мне кажется. Угу. Солнечно, волосики падают на пол. Прикольно. Ну, солнечно, потому что я, наверное, здесь, да? Один из вариантов. Наверное, да. Слушай, я подготовила вопросы. В конце будет необычный вопрос. Если он отвечает правильно, я подарю тебе такую банку, которую я сама выиграла только что. Куча денег или крутые стрижки? Крутые стрижки. Новые инструменты или секс каждый день? Секс каждый день. Обеспеченные клиенты или любовь на всю жизнь? Любовь на всю жизнь. Амбассадорство с брендом или постоянная полная запись на потоке? Полная запись на потоке. Куча новых стайлингов или одна проверенная банка? Одна проверенная банка. Салон с админом либо без? Без. Чаевые деньгами или подарками? Подарками. Ага. Что важнее, мнение девушки на стрижку или мужчины? Когда мужчину стрижешь? Мужчины. Когда началась Первая мировая война? Не вторая, первая. Я не помню. Давай помогу. 1000. 900. Есть такое пиво почти. 1900. Да, блин, я не помню. А 1914. Теперь я буду знать. Давайте, учите историю. Глеб, мне хочется звать Глебом. Вот этой рукой. И ждем вашего закрытия мероприятия. Обязательно пройдем потусить на ваш сет. Locked Club будет играть? Нет. Да, не придем. Помимо партнеров и батлов, здесь есть интересные локации, где можно поиграть. Например, в теннис, да? Поведите камеру. Теннис, баскетбол. Кстати, я в прошлом баскетболистка и пойду закину мяч. Попробуем. Попробую закинуть мяч. Не знаю, что у меня получится, но получится. Пока мы с вами направлялись в гримерку, я вспомнила, что на сцене выступают очень классные люди. А это кто? Это Макс Захаров, это Антон Селезнев и Вячеслав Федосеенкин. Смотрите, вот так вот они стригут, такие они интересные люди. На них все слушают, все смотрят, кстати. Можно здесь снять, да, вот это вот. Молодцы ребята. Дальше пойдем в гримерку, посмотрим. В гримерке прямо сейчас мы нашли с вами главного организатора, идейного вдохновителя, создателя Summer Day, Максима Райта. Пойдемте докопаемся до него, да? Зададим пару вопросов. Максим, можно тебя, пожалуйста? О, ничего себе, вот это встреча. О, никогда не виделись, вот нашлись. Привет, Максим. Случайно. Что пьешь? Говорят, не постанова, вода. Это не постанова, все вживую. Это импровизация. Это была водка, да? Конечно, я стакан. Никогда бы не подумала. За ваше здоровье.
Ну что, Максим, уже можно выдохнуть? Или у тебя еще такое напряженное состояние? Что еще, что будет сегодня здесь? Такой интересный какой-то секретный спикер там или что-то там я видела, секретное что-то? Не, я вам просто раскрою этот самый. Вы все равно этот выпуск потом посмотрите. Ничего секретного не будет. Да, в конце Тони Селезнев будет читать рэп. Это уже стандартная, ну, не стандартная, это уже классическая фишка мейнстейджа, что нам Антон Селезнев всегда делает замечательный подарок от одного андеграундного рэпера с Тони. Это будет Шимия, Шимия и новая. Естественно. Будет и старая, и новая Шимия. То есть, как бы, ну, куда мы без Шимия вообще? Это мы затусуем сегодня, да? Вечеринка ожидает вообще быть топовая. Ну что, мероприятие состоялось, все классно, очень классная локация. С погодой повезло, все супер. Скажи, был ли план Б, если был бы дождь? Короче, мы же сменили локацию. Вот на прошлой локации мы как раз был план Б, мы ее и брали поэтому. Но потом поняли, что она недостаточно летняя. Ну, то есть, типа, что может быть более летняя, чем на набережной, короче. Вот. И решили перенестись сюда. И в итоге, короче, здесь уже не было плана Б. Здесь. То есть, если был бы дождь, мы бы ходили, дождевики бы, да, раздавали? Ну, вот дождевики мы купили даже. Да, конечно. То есть, ну, мы, естественно, рассматривали этот вариант, заботились и, то есть, думали, что, может быть, дождь будет кратковременный какой-то. Ну, понятное дело, что если бы нас нахер залило, то пошли бы все вот в этот замечательный ресторан и там бы сидели. Но еще был вариант, конечно, здесь подсобки одной ангарной большой, но это было бы не то, конечно. Это было не то пальто, да, как говорится? Скажи, какие-то были трудности при подготовке мероприятия, потому что в целом... Это же стричь на улице, да? Не задавали тебе там вопросы спикеры, как я буду стричь на улице, ветер, еще что-то, ну, вот такие моменты. Наоборот, я бы сказал, все обрадовались, ну, потому что естественное освещение – это самое кайфовое освещение для стрижек. Конечно, всем было очень так некомфортно, вот как раз-таки, опять же, будет дождь, не будет дождь. Люди тоже переживали, и все там, много кто брали билеты в последний вагон, залетали, короче. Вот, а так, ну, трудности, как сказать, это, конечно, любое мероприятие – это ответственная миссия, то есть… И как бы трудность, знаешь, какая была, вот сейчас скажу, 100% я знаю. Когда ты организовываешь первый мейнстейдж, потом второй мейнстейдж еще круче, потом третий мейнстейдж еще жестче заворачиваешь, ну то есть все круто. И потом, знаешь, обосраться на небольшом мероприятии в Питере, это вообще прикол бы был, конечно. Ну нет, слава богу, все состоит. Нет, ты держишь марку, ты молодец, поэтому ты и твоя команда. Я знаю, что у тебя очень крутая, классная команда, да, я их все знаю, продакшн. Лерочка, да, которая тебе помогает. Ну, теперь уже продакшн полноценный, мы не просто этот самый такие Васьки с рынка. Самое главное, вопрос, будет четвертый мейнстейдж? Всех интересует. Всем пока. Молчание, знак согласия. Я не молчал, я пил водичку. Нет, в целом хочу пожелать тебе сказать большое спасибо, что в какой раз уже собираешь людей, соединяешь их в одно классное мероприятие, что все приезжают с разных городов. Много вообще сразу, ну, я знаю то, что есть из Подмосковья, там, типа, ниже Новгород, еще что-то, это ясно. А прям туда издалека прям прилетел, есть такие люди? Есть, ну, много достаточно из Беларуси, естественно, прилетело. Есть, я знаю, люди из Эстонии и Таллина, ну, конкретно, если я не ошибаюсь. И еще тут есть человек, который из Африки прилетел. Он, получается, международный самурдай, да? Он африканец конкретно. Сам. Он тоже стрижет? Да, вот он там ходит по мероприятиям. Это один из подписчиков Межев какой-то. Вот, так говорят. Что да, этот самый. Нет, у нас публика такая, достаточно ездящая, будем так говорить. На самом деле с Питера меньше здесь людей. Вечеринка сегодня до скольки? Блин, походу все нажрутся. Но этого не избежать, друг мой. Да, смотри, расскажу так. В 23:00 я снимаю с себя все обязательства вообще. Там дальше... И сам пьешь? Нет, там дальше уже сами, то есть без меня. Я не буду отвечать за эту вакханалию. Договорились. Ладно, ты не ответственный за вакханалию, зато ответственный за такое прекрасное мероприятие. Спасибо тебе еще раз. Пожму руку. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Так, мы пришли в очередное скопление людей, а там, где скопление людей, значит, интересно, значит, мы должны оказаться там. Пойдемте поглубже, да, вовнутрь войдем, так скажем. Так. О, Антонина Шмелева, вы заняты? Да, нет. Привет. Привет. Как у тебя дела? Все хорошо, все супер. Что вы сегодня... У меня самый главный вопрос, почему вы все в этих, в балаклавах? Что, раскройте секрет. Смотрите, у нас такая тема сегодня, то, что собралось у нас очень много профессионалов, да? Очень много профессионалов.
профессионал своего дела. И мы себя обезличили, чтобы значит, продукт Barber Store, наши машинки, значит, сказать о том, что даже не видя нас, мы значит, в люди отдаем посыл, что настолько... Ну глубоко, глубоко закопали. Нужна помощь зала, помощь друзей. Короче, то, что инструмент очень профессиональный, крутой, вот, да, даже несмотря на то, что... Типа неважно, давайте, помощь мужа. Да, машинки Волл, которые не нуждаются в представлении, и поэтому неважно, какие мастера его представляют, бренд узнаваемый и легендарный. Поэтому ну, мы обезличили себя, всех, мы все мастера. Вы не спотели там? Спотели. Тушь потекла, а, нарочные ресницы. Не страшно было. Расскажи, как... Пожалуйста. Как тебе мероприятие в целом? Ты сегодня ничего не красила, да, никого? Не, сегодня ничего не стригли. Сегодня без хайер-тату. Да, без хайер-тату. Сегодня не красили, не стригли. Атмосфера классная, вообще красота. Можно позагорать заодно, да, поработать, позагорать, выпил. Думали, Питер, сейчас будет дождь, там ветер, но нет. Вот Питер умеет удивлять, получается. Супер, супер, спасибо. Так, у меня еще есть вопросы, нужно отвечать да, либо нет, очень быстро. Готова? Ну, давай. Так, погнали. В конце будет вопрос под ковыркой, нужно будет тоже очень быстро ответить. Да. Договорились? Так, а были ли мысли уйти из индустрии? Да. Заводила отношения на работе? Нет. Получала ли негативные отзывы от клиентов? Да. Получала ли чаевые больше 20 тысяч? Нет. Стригла себя сама? Да. Просили ли сделать интимную стрижку? Нет. Брила ли необработанными инструментами? Нет. Все ли барберы геи? Нет. В каком веке был период смуты? 19-го? Ну какого? 18-го? Еще давай подумаем. А, в 20-м, да? Смута. Не, когда там еще короли там, ой, короли, блядь, Лиза, империя. Когда императоры там были еще? Когда императоры там были? 17-м. 17-й. 17 век. Отлично, вы выиграли эту игру, Антонина. 17 век был период смуты. Спасибо. Спасибо. Вам классное настроение, на автопати идете? Непонятно, непонятно. Надо идти. Надо идти, значит пойдем. Все, идем. Договорились, значит, увидимся на автопати. Все супер. Давайте. Пока-пока. Багир, скажите, я вас не отвлекаю? А, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вы свободны? Мы все вместе. Сейчас. В личных целях интересуетесь? Только профессиональных, чтобы задать вам пару вопросов. Вопросы можно задавать. Отлично, я только это и хотела. Скажите, как вам мероприятие? Отличное мероприятие. Солнечно, тепло и не совсем жарко. Мы находимся на набережной Финского залива. В общем, все шикарно. Морское настроение. Даже как моряк выгляжу. Есть, да, такое? Ну да, ты такой немножко... Ты откуда? Из Узбекистана? Да. Ты такой узбекский этот моряк. В Узбекистане нету моря. А вот в Питере есть... А, хотел сказать, приезжай, тоже уже приехал сюда. Скажи... Приезжай, моя хорошая, из Москвы. А я приехала, знаешь? Узнала, что ты выступаешь и прилетела специально. Ты всегда так говоришь. Да. Скажи мне, а ты выступала сегодня на Melon Pro, да? Да. Как тебе аудитория? Я видела, ты опять собрал целый аншлаг, как обычно. Ну это как корабль назовешь, так он и поплывет. Назвал себя успешным, вот он и так и идет. А что там? А, я видела в Инстаграме, что ты что-то открываешь, но не рассказываешь что. Расскажешь что? Я не думаю, что это будет интересно аудитории, которая стрижет, если честно. Потому что это никак не связано со стрижками, это связано с захватом Санкт-Петербурга, так скажем. Я хочу... Ты Наполеон? Ну, не совсем. Наполеон, конечно, на Москву хотел. Ты изменил немножко маршрут? Я в, так скажем, в охвате в сфере обслуживания. Вот я обслуживаю людей в плане стрижек мужчин, да. И дальше пошел тоже это контингент мужчины, конечно. Дальше будем обслуживать их. Массажка, что ли? 2700 квадратных метров массажки. Ну, я не знаю, сколько там нужно квадратов, если честно. Можешь там администратором работать? Конечно. Хорошо. Договорились. Так, смотри, я подготовила пару вопросов. И нужно... А это еще бы не было? Нет, это была просто импровизация. Сейчас на подготовленные нужно отвечать. Нужно выбирать что-то одно, а в конце будет очень вопрос такой, загвоздка. Нужно будет ответить. Ну, умный. Ты же умный. Я нет. Умный моряк из Узбекистана. Да-да. Дмитрий, класс образования. Я даже писать не умею письменно, я только печатными пишу. Я тоже такой-то 9 использую всегда. Так, ну готов? Нужно выбрать что-то одно. Хорошо. Давай, куча денег или крутые стрижки? Куча денег. Новые инструменты или секс каждый день? Секс каждый день. Обеспеченные клиенты или любовь на все?
всю жизнь? Обеспеченные клиенты. Амбассадорство с брендом или постоянная полная запись на потоке? Постоянная полная запись на потоке. Куча новых стайлингов или одна проверенная банка? Одна проверенная банка. Салон с админом или без? С админом. А чаевые деньгами или подарками? Если это роликсы, роллс-ройсы и вертолеты, то подарками. А что важнее, мнение девушки на стрижку либо мужчины? Ну, когда мужчину стригут. Мое мнение. В каком году Гагарин полетел в космос? Это было... А? 56-м году? Я сейчас не сама забыл. Сейчас проверю, подожди секундочку. Сейчас перезапишем. В каком году Гагарин полетел в космос? 1961 год. 61. А ты что сказал? 56. А. В общем, Багир оказался не только красивым, да, мужчиной, но еще умным, интеллектуальным. Молодец. Спасибо. Очень приятно с тобой сюда общаться. Пожму свою руку. Короче, парочка еще выйдет. Вот засняли, да? Отлично. А можно я теперь тебе буду вопрос задавать? Давай. Боже. А какие? Вот давай сделаем вид, чтобы мы типа не виделись, я к тебе так подойду. Ребята, добрый день. Я новый ведущий программы «Покороче говоря». И у нас в гостях очаровательная, превосходная девушка, которая никак не связана со стрижками, но она при этом радует нас своей красотой. А ты же не стрижешь? Вот. Я просто трусь сюда, не знаю. Как ты попала в барберинг? Через постель. С кем? В 2020 году пришла в тайгу админом, потом выросла до управляющего, потом мы сделали большой фестиваль, и все, и меня понесло, я переехала в Москву. Работала в Галоре с Николаем Межевой. Все, в Red Label было. Поэтому у меня вот, поэтому я постоянно в барберинге. А, это сумочка Be Free. 1200 стоит. А что там внутри, можно показать? О, oh, no. Тут... Ну, давай. Смотрите, распаковка. Это бумажные платочки, я болею. Роза, ага. Держите. Жвачка. А, колорансовский блеск для губ. Сигареты. Курение вредно для здоровья. Согласна. Наушники. И тампоны, но не буду высовывать. Там реально тампоны. Я про свой шмот бы рассказал, но я давай, думаю, давай, не будем. Давай, давай, последний. Нет, давай, нет. Давай, рассказывай. Все думают, что это очень... Гуччи, я вижу Гуччи. Что я очень что? Богатый. Это же Гуччи. Желание соревноваться и азарт. Так, рубашка Гуччи, штаны. Рубашка Гуччи, штаны Брунелло Кучинелло, кеды Лоро Пиано. А, часов нет. Никаких часов нету. Те часы, которые я хочу, они стоят хороших денег, поэтому ну, надо вот, поднакопить. На массажке заработаешь, купишь. У меня еще Иисус. Вау. Вот. Очки. Очки Том Форд. Да, вижу. Да. Ну, вот такой у нас модный барбер, да, из Узбекистана. Будьте такими, стремитесь быть как он. I put the grease in the shifter, let the work shuffle, but the coca leaves was my first hustle. Got the blow from cheap jumping off the top turnbuckle. My neighborhood streets is hard as a bricky, brand new AR with a switchy, and ain't no love in the heart of the city. I make them birds take a bit. А мы подошли с вами к Антону Селезневу, создатель косметики White. White, да, конечно. А создатель косметики, создатель барбершопов 7, да? То есть почему 7? 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Ну и ничего не скажешь, да, вот лишнего. Скажи, почему нету партнеров White сегодня косметики? Где она? Мы решили, что в данном мероприятии мы поучаствовать не сможем, поскольку сейчас сезон отпусков, и, по сути, все те люди, которые должны были бы здесь присутствовать, они, к сожалению, в отпусках. Ну, так просто технически сложилось. Это, ну, мы очень хотели, но ну, отпуска, поскольку у нас официальное трудоустройство, отпуска за год согласованы. Ну, ничего, Константа Лайт ваши деньги заработают себе. А ты выступал уже на сцене, как тебе аудитория, как ты сам оценишь свое выступление? Слушай, ну я сегодня максимально спокойно, наверное, выступал, я могу так сказать, поскольку выступал не один, и там было кому что говорить, поэтому... Захаров сказал за всех вас трех сразу. Захаров сразу за всех троих говорил, да, то есть я так стоял, спокойно делал, работал с моделью. Так, были ли мысли уйти с индустрии? Да. Заводил ли отношения на работе? Да. Получал ли негативные отзывы от клиентов? Да. Получал ли чаевые больше 20 тысяч? Да.
Стриг ли себя сам? Да. Просили тебя сделать интимную стрижку? Интимный воск. Сделал? Нет. А брил ли необработанными инструментами? Нет. Все ли барберы геи? Нет. А в каком веке была... Был... Спасибо. В каком веке был период смуты? 14-15. Нет, 15-й. 16-й. 16-й. Не, раньше. 14-й. Ну, твой ответ какой? Блин. Это после правления Ивана Грозного было. Соответственно, это 15 век, по-моему. Ну, еще 17-й. 17-й? Да, вроде. Я перепроверю информацию. Ну, твой ответ 14-й. Ну, после, короче, после Ивана Грозного это было. Ну, короче, мы потом прицепим правильно твой ответ. Да. Спасибо. Иди суди. Ты что, пойдешь судить сейчас? Да. Давайте, удачи. Пока. Подойдем к одному из партнеров Константа Light, который сегодня заработал все деньги вместо Антона Селезнева. Здравствуйте. 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 Расскажите, что у вас сегодня тут представлено товарной полки? Компания Constant Delight, это представлена у нас конкретно сегодня мужская линия Барбер. Странно было бы, если женская, правда? Я знаю, что у вас женская, прям очень такая тоже обширная. Да, женская намного больше линейка, но в Барбере со следующего года тоже обещают обновление и добавление позиций. А что из всего представлено самое популярное, что сегодня покупали больше всего? И вообще в целом must-have появляется. Мы сегодня в основном не продаем, мы именно знакомим и тестируем. Давайте познакомьте меня с каким-нибудь самым вашим must-have. Давайте. Что? Давайте я вот, я девушка, у меня типа есть парень с бородой. Вот что посоветуете? С бородой. Естественно, он ее подбривает. Ну да. Против раздражения есть лосьоны парфюмированные. Линейка, они новинка. И при этом дают два аромата у нас есть. На... Можно, да? Да, конечно. Мелион и босс. Так, давайте. Миллион. Это как миллион, он теперь будет миллионером потом? Да. Отлично, мы берем. И я покупаю такой своему парню. Ну, приятно, приятно. Хочется, да? The Boss. Так, и The Boss. Ой, улетел запах. Ау, на лицо, блядь. Ой, ну, миллионер пах приятнее, чем босс. Вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Раньше был один аромат, 250 миллилитров объем. Сейчас их разделили, сделали два аромата, которые пользуются спросом. Потому что его можно использовать не так, не только после бритья, но и на ежедневной основе, как парфюмированная водичка. Ну все, я запомню. Буду за миллион покупать своему парню, когда он появится. Если мы уже наблюдаем закат, то это значит, что наше мероприятие, дневная часть мероприятия, подходит к концу. Дальше ждет ночная версия, которую мы не будем записывать, это не пропуст YouTube. Я хочу сказать большое спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Мы всегда безумно рады всем каналам, покороче говоря, записывать такие обзоры данных мероприятий. Поэтому большое вам спасибо. Всех люблю. Вот так вот. Все, пойдемте. Может так еще. Ок. Ain't where you from, it's where you at. If you that for behind my name, niggas pushing up daisies and daffodils. Ain't where you from, it's where you at. If it's that for real, your brains.